коллекция королевы меха Веры Череповой. Громче можно музыку. Thank you.
костюма королева эхо, как она сама себя любит называть, Вера Черепова. Давайте дружнее поаплодируем этой прекрасной женщине. Хрупкой, очаровательной, которая создает такие прекрасные вещи. Тем более для Веры Череповой поездка в Тунис стала уже традицией. И традицией также стало ее отмечание дня рождения. Ведь сегодня у Веры Череповой день рождения. Давайте все дружно похлопаем ей и поздравим ее с этим событием. Вера, можно также вас попросить пройти в середину, чтобы все полюбовались на вас, на такого замечательного человека. Да, помнишь все, да? Эту песню написал вот этот замечательный тунисский парень.